Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 296. Если А и Б целые числа, то верно ли, что их сумма и разность также являются целыми числами? Да, действительно, это верно. Сумма и разность целых чисел, двух целых чисел, также будет являться целыми числами. Это исходит из определения множества целых чисел. К целым числам относятся все натуральные числа, 0, и числа им противоположные. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.